Почти 1000 человек приняли участие в интернет-опросе информагентства «Взгляд.Инфо». Издание поинтересовалось у жителей Саратова, нужно ли увеличить возрастной ценз для выдачи водительских удостоверений. Большинство респондентов, почти 600 человек, согласились, что водительские права нужно выдавать не ранее, чем с 21 года. За то, чтобы оставить все как есть, выступили 230 читателей. Не согласились с ужесточением правил 9% проголосовавших.